Здравствуйте! С вами Елена Гольникова, автор дачного блогосайта «Практика ведения дачного хозяйства». Сегодня я хочу познакомить вас вот с таким изданием английского ботаника Дэвида Джеральда Хисайона. Называется книга «Все о теплицах и зимних садах». Данная книга будет очень полезна как начинающим, так и уже опытным дачникам и садоводам. Она содержит материалы по теплицам, по устройству зимних садов, по растениям, по возможным составлениям композиций. Здесь очень большое описание клумбовых растений, в том числе расстояние при посадке рекомендуемое, высота растения, время цветения и окраска цветков. Также по бордюрным многолетникам и кустарникам есть информация, по многолетникам, бордюрным, не бордюрным. Значит, по способу выращивания, значит, также описываются растения для теплиц, те же огурцы, помидоры. Уходу за растениями посвящена одна из статей. Посев семян, размножение черенками, уход за теплицей, вредители и болезни и нарушения развития растений. Все снабжено подробными фотографиями, рисунками, все объяснено, достаточно понятно. Всем рекомендую обязательно заиметь такую книгу.